Привет! С вами Сергей Кулеш, проект «Видео на ITC.UA» и один из самых долгоиграющих CULV ноутбуков Asus UL30A. Отличительной чертой дизайна представителей линейки Asus UL является плавно изогнутая алюминиевая крышка, обвивающая заднюю грань сверхтонкого корпуса. Рабочая панель ноутбука выполнена из практичного AMD пластика. Нижняя часть корпуса из ухватистого шершавого материала. Отметим, что у этой 13-дюймовой модели есть и светлый цветовой вариант с серебристой крышкой и серой рабочей панелью. За счет контрастного сочетания с черной клавиатурой он выглядит более привлекательно, да и отпечатки на светлых поверхностях заметны намного меньше. Верхняя крышка из алюминия надежно защищает матрицу от повреждений, а слегка выступающий аккумулятор позволяет надежно удерживать ноутбук в руке. Минимальная толщина и вес позволяют без проблем транспортировать ноутбук даже в небольшой сумке. Не составит большой проблемы захватить с собой блок питания, ведь по массогабаритным показателям он напоминает скорее вариант для нетбуков. Клавиатура ноутбука выполнена по эргономичной чиклет-схеме с солидными промежутками между соседними клавишами, исключающими случайное нажатие. Поверхность крупных кнопок со скругленными углами выполнена из приятного на ощупь матового пластика. Раскладка выполнена на отлично, а вот подложка достаточно заметно пружинит при активном наборе текста. Сенсорная панель расположена вровень с подладонной областью. Чтобы выделить ее тактильно, разработчики обозначили ее массивом точечных углублений. А вот сплошная серебристая клавиша, напротив, размещена в небольшом углублении, что позволяет легко найти ее на ощупь. Благодаря энергоэффективной платформе и емкому аккумулятору, ноутбук способен отработать в автономном режиме более 10 часов. Традиционно для современных сверхтонких моделей Asus UL30A построен на платформе Intel CULV. В качестве системной логики используется чипсет Intel GS45 с интегрированным видеоядром. В роли центрального процессора применяется одна из актуальных моделей с ультранизким энергопотреблением. Особо отметим вариант конфигурации UL30VT, который отличается использованием дополнительного дискретного видеоадаптера NVIDIA GeForce G210M. Переключаясь между экономичным интегрированным ядром Intel GMA и дискретным решением от NVIDIA, пользователь получает возможность самостоятельно выбрать модель использования ноутбука. Набор разъемов и отсутствие встроенного привода типичны для современных ультрапортативных моделей. А вот использование усиленного аккумулятора емкостью 84 Вт-час встречается намного реже. Именно эта особенность комплектации позволила ноутбуку добиться столь впечатляющих результатов в тестах на автономность. Более 10 часов в режиме чтения. Asus UL30A – сверхтонкий ноутбук с практичной алюминиевой крышкой и ультимативной автономностью. Оптимальный вариант для поклонников мобильного стиля использования.